И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас в игре ввели уже обновление, в котором апнули у нас две пушечки, апнули у нас смоку и апнули у нас страйкер. Сегодня у нас видео будет именно по этому поводу. Если вам нравится тест всяких обновлений и тому прочего, и вы поддерживаете данные рубрики на моем канале, то обязательно сейчас поставьте лайк и напишите в комментарии, что вам это нравится, чтобы я делал как можно больше видосиков по данным форматом, можно так сказать. Ну и сегодня будем тестить по 5 минут каждой пушке, уделим времени, немножко поиграем. Сегодня подобрал такую вот карту. Карту, конечно, я не подбирал, карту закинул рандомно, но режим я подумал сначала штурм, но меня очень понравилось обновление матчмейкинга, в котором просто ничего не изменилось, просто вот просто ничего не изменилось в этом обновлении, как ждал раньше я. Так и жду сейчас столько же времени, и все равно не закидывает в бой. И, в принципе, никакого я существенного изменения в плане прогрузки в бой, именно там быстрее или более точного, я вот это точно уже еще пока что не увидел. Погрузился я в три катки, ну как погрузился, постоял, нифига, короче, у меня никуда не закидывало. Не знаю, то ли там игроков нету, хотя я думаю, что игроки все равно есть, и меня должно было куда-то закинуть. Ну, короче, как всегда, ничего не сработало, никуда меня не закинуло, я все на это дело плюнул и нажал на ТДМ-ку. В ТДМ-ку, слава богу, меня сразу быстро закинуло. Поэтому потестим смоку. У смоки у нас прибавился урон критический, и на дальности теперь у нас смока тоже больше нагибает, поэтому попробуем именно с дальнего расстояния понаносить как можно больше урона. Ну и потом спустя 5 минут потестим страйкер. Как-то так, какой-то вот такой вот ролик у нас сегодня получится. Как я уже сказал, прожимайте сразу лайкос данному ролику, если вы хотите, чтобы я тестил обновление, чтобы я записывал ролики, потому что вчера под комментариями у нас игроки писали, что они хотят видеть тест этих обновлений, не только ролик по тому, какое обновление у нас выйдет. Поэтому сегодня пробуем такого плана записать ролик, и если вам нравится, то обязательно поддерживайте. Так, раздадим сейчас овердрайв. Что касаемо смоки, пока мне все нравится. Я скажу, что урон с средней дистанции точно наносится больше, чем было раньше. Не могу сказать именно там в подробных цифрах, но то, что урон раньше даже вот на такой средней дистанции уже начинал падать, а сейчас, я так понял, он наносится такой же самый максимальный. Ну и крит 800 вместо 650, если не ошибаюсь, у нас теперь выдается. И это тоже на 150 урона, в принципе, если так логически подумать, то не особо большой ап, но по сути этот ап чувствителен, и все это видно. Если 150 это без ДД, с ДДшкой это значит уже 300 урона, так что в этом плане уже существенная разница имеется. Ну и, конечно, по расстоянию я тоже вижу, что есть значительные изменения, то что с расстояния теперь реально наносит хороший урон у нас пушка. Поэтому как-то так. В принципе, данный бой мы даже должны выигрывать, я так думаю. Так как, в принципе, у нас ребята вроде стараются, выигрывают. Ну и давайте сейчас попробуем именно вот с дальней дистанции постоять, пострелять. Не знаю, получится у меня от базы до базы, либо я сейчас флангом каким-нибудь встану на, то есть где-то половине карты сейчас где-нибудь встану. И попробуем вот именно с этой позиции, вот, например, отсюда вот понаносить урон. Если бы сейчас танки еще респили. 1100, это значит такой же самый урон, как на ближнем расстоянии. 1071, да, такой же самый урон на средне-дальней дистанции у нас наносится. Ну, может, там падает на 50 урона. Раньше этот урон падал, ну, прям колоссально, прям вот реально колоссально он падал. То есть я бы с такой бы средней дистанции наносил бы где-то сейчас урона 300. А на нашу 1000, то есть, ну, разница чувствуется, что все равно ап присутствует. И это мне нравится, потому что смока уже давно должна была быть апнута, потому что занерфили пушку чересчур сильно. Одно время она нагибала, потом ее начали нерфить, и в итоге донерфили так, что на ней уже почти никто никогда не играл. Ну, а сейчас я смотрю, что пушки дают вторую жизнь, можно так сказать. У нас уже 5 минут боя прошло, это значит, что надо уже менять пушку, тестить страйкер. Говорят там, ну, конечно, не особо значительно, но теперь сводка именно по танку быстрее.
И также ракеты вылетают тоже с другой скоростью, поэтому сейчас все это дело затестим. Посмотрим, вообще чувствуется это или не чувствуется, или в принципе апа страйкера никакого нет. По смоке могу точно сказать, что ап чувствуется, и то, что пушка реально уже изменилась в плане нагиба, так как я раньше уже даже не мог играть на этой нубской пушке, потому что мне прям вот жестко не нравилось то, что она вообще не нагибала, ну просто никак. Поэтому давайте сейчас сразу попробуем свестись именно по танку и посмотрим, насколько быстро это все происходит дело. Ну, если честно, особо прям такого жесткого апа я не видел. Там, возможно, какие-то полсекунды есть. Раз, два, три. Ну, там буквально полсекунды, наверное. Ну, не так сильно чувствуется. Что касаемо ракет, я думал, если честно, что они вылетать будут побыстрее. Честно вам говорю, сразу вот первое мнение, просто за одну минуту я думал, что они будут вылетать все равно быстрее, а произошел там ап буквально там на 0, не знаю, на 0,5 секунд, если есть ап, то это и то хорошо, и то, я думаю, что там меньше апнули. По урону ничего не изменилось, как наносила пушка, так она и наносит. Ну, вот именно эти ракеты. Ну, если честно, я не чувствую, я вообще не чувствую. Ребят, вот пишите по этому поводу, ребят, в комментарии, чувствуете ли вы то, что данные пушки прям прибавили в силе. Ну, что касаемо смоки, то да, серьезно, это видно. А вот что касаемо страйкера, я вам скажу честно, что я ничего такого не вижу, чтобы пушка была как-то сильно апнута. Как бы да, вроде бы что-то наносит, но наносит она, в принципе, все так же самое, как и раньше. Как будто и апа никакого нету. Возможно, надо сейчас побольше попробовать посводиться, хотя вроде бы два раза свелся. Тоже никаких изменений не заметил. Странно, странно, странно. Что касаемо страйкера, может, они не добавили обновление, я не знаю, честно. Ну, все вроде, по моему мнению, все вроде так же самое, как и было. Поэтому, ребят, мне интересно ваше мнение. Отпишите по этому поводу обязательно в комментарии. Почувствовали ли вы, что страйкер улучшили? Стал он сильнее, по вашему мнению, или не стал? Но я, честно говоря, изменений не вижу. Но если вот прям сравнивать со смокой, которая она была у нас и как, которая она у нас стала, то есть там расстояние чувствуется, что на расстоянии теперь урон наносится. А здесь я такого ничего существенного не увидел. Какой-то вот такой вот ролик у нас сегодня получился, ребят. Если он вам понравился, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про это все дело. Также, ребят, подписывайтесь на группу ВК. В группе ВК у нас есть ссылочка на конкурс, на масштабный. Так что переходите обязательно, выполняйте условия. Итоги у нас будут данного конкурса на 4000 подписок. Ну и давайте, раз я уже зашел в гараж, давайте еще откроем пару контейнеров. Три штучки откроем сегодня. Пусть у нас будет для аппетита еще открыто три контейнера. 125 двойной защиты. Но что касаемо броньки, это, конечно, вообще провал. Бронька мне вообще на этом аккаунте не надо. Что бы мне хотелось, чтобы мне сейчас выпал с трех контейнеров, я бы, наверное, хотел бы хотя бы какую-нибудь новую красочку. Премиум аккаунт мне выпадает. 10 дней према. Нифига себе, мне дает сегодня премку. Ну, круто, круто. Премка, конечно, это крутяк. Не сказать, что она мне там прям сверх так нужна была, но то, что она падает, тоже, в принципе, неплохо, неплохо. Ну и открываем, ребят, сегодня еще один контейнер. И нам падает 125 двойного урона. В принципе, все я уже, ребят, сказал, что касаемо ролика, что касаемо этого обновления. Какое-то вот такое у нас оно получилось. Смоку апнули. Страйкер нифига не апнули. Я точно этого не заметил. Если вы, ребят, заметили, как я уже сказал несколько раз, вы обязательно по этому поводу отпишите в комментарии, скажите, что ты просто рак, ты не чувствуешь этого всего, а ап реально есть, реально пушка стала нагибать. Ну вот такое вот мое мнение. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр данного ролика, всем удачи и всем пока.